Евроинструмент приветствует вас. Перед нами универсальный пылесос Metaba ASA25LPC. Несмотря на свои очень скромные размеры, в этом агрегате 1250 Вт мощность. Этот пылесос предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. Возможности ASA25LPC не ограничены бытовыми нуждами. Длина шлангов 3,5 метра, длина электрокабеля 7,5 метров и грамотно продуманная колесная система позволяют этому агрегату работать в промышленных условиях. Также пылесос снабжен системой очистки под давлением. Нажав кнопку Press Clean, происходит очистка фильтра сильным воздушным потоком. Частицы грязи при этом попадают в специальный отсек для накопления мусора. При сборе жидкости используется поплавковая система контроля и пылесос отключается автоматически при максимально заполненном контейнере. ASA25LPC отвечает всем нормам для уборки пыли класса L. Кроме того, этот пылесос оснащен реверсом. Этот агрегат может работать на выдувание или просушку. Комплектация пылесоса. Шланг диаметром 32 мм и длиной 3,5 мм. Промежуточная деталь рукоятки, две составные всасывающие алюминиевые трубки, складной фильтр из полиэфира, полиэтиленовый фильтрующий мешок, фильтрующий мешок из нетканых материалов, щелевая насадка для труднодоступных мест, насадка для пола шириной 300 мм, всасывающая насадка шириной 120 мм, насадка со щеткой и крепление для кабелей и щеток. Евроинструмент. Хороший инструмент, хорошие руки.